Доброго времени суток, рассмотрим очередной коучинговый вопрос. Сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. А какой информации вам не хватает, чтобы принять решение? Мы рассматривали вопрос, чего не хватает, а здесь конкретно какой информации. То есть здесь идет вопрос более такой узкий. И через вопрос про информацию фактически у клиента возникает, если происходит разматывание, во многих историях вывод о том, что нужно где-то найти какую-то информацию. То есть просить у эксперта, взять консультацию, посмотреть какие-то успешные модели, может быть, обратиться к каким-то знакомым, может быть, пойти в какие-то профильные обучения, может быть, еще какая-то история. То есть много мест, где, в принципе, можно получить ту информацию, которая может требоваться по решению конкретного запроса клиента в сессии. И, собственно, вот это вот вопрос, какую информацию, он немножечко, конечно, содержит уже ответ. Вопрос, чего не хватает, он более широкий и более открытый. Но в то же время на вопрос, чего не хватает, не знаю. Больше, чем шире вопрос, тем больше вероятность того, что клиент ответит «не знаю». Чему же вопрос, тем более фокусно он звучит. То есть, чего вам не хватает, там, вот, ну, не знаю. А какой информации вам не хватает, вот здесь уже такой вопрос. Кажется, что на него сложно местами даже не ответить. Но «не знаю» тоже может присутствовать в этом пространстве ответов. Поэтому, собственно, здесь вот такая вот, такие вот качельки, увеличиваем уровень открытости вопроса, повышаем вероятность ответа «не знаю», сужаем, получается, немножко делаем свои интервенции и как бы закладываем некоторую часть ответа в этот вопрос. Коллеги, пробуйте различные варианты. Коллеги, я еще повторю вопрос, какой информации вам не хватает для принятия решения. Всем добра, пока-пока.